жезл уже поменял на кадила, поэтому... Раньше жезлом махал, сейчас кадилом машу. Ну, многие вот задают вопрос, как это после милиции, а вдруг пошел священник, и говорят, из одной крайности в другую крайность, да? Ну, многие говорят, что батюшку совесть замучила, поэтому пошел отмаливать свои грехи. Нет, это не так. В наше время получается, что из тысячи, если один пойдет в Царство Божие, то хорошо, то остальные все идем прямо вот так вот, строим, в очередь все прямо в ад идем. Это был Лаврентий Черниговский, такой святой наших дней, ему было видение. И он говорил, что в наши дни, говорит, в ад идут, как люди в воскресный день на базар, гуртом он там, полный базар. А в рай идут, как один человек на сегодняшний день. Лучше быть в раю простым дворником, чем мучиться в аду, горя в огне. Спасибо, Господи, вас всех. Батюшка, а вот вчера показывали по телевизору, в Германии храмы сдают в аренду под рестораны. Люди, вообще нет людей в храмах. И ну, рестораны сейчас открыли, там гуляют. А что вы думаете? Я вам скажу, это католический мир такой. Да, но я вам скажу, что в Болгарии то же самое. Батюшка, арбуз можно есть? А что нельзя есть арбуз? Ну, до этого нельзя. А почему нельзя? Интересно. Слушайте, уже давно. Я вас уже 10 лет уже здесь, я скоро с вами с ума сойду. Я вам сколько раз говорю, он что, везде кругом арбузы, Бог дал, везде, что вы их не будете кушать? Будете ждать, пока кончится, что ли? Потом скажете, можно кушать, а их уже нет. Кушайте. Вы лучше смотрите за собой. Поменьше ругайтесь. Поменьше друг друга оскорбляйте. Это будет пред Богом выше, если Бог дал тот виноград. Кушайте его. Есть арбузы. Слава Богу, Бог дал. Кушайте. А когда не будет, захотите кушать. И не будешь, а кушать. Вот и все. В 88 году я начал заниматься спортом, просто качался, все, хотел дойти до параметров Арнольда Шварценеггера. Ну, я занимался, но видно, знаете, как прошло время, но Бог дал параметры, конечно, даже и больше, чем у Арнольда Шварценеггера.
Помазується раз Божий дітям, і вразу наше сіло, 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 Хрещається раб Божий, Герой ім'я Сам, Ін Сина, Ні Свята Духа, Амінь. Все, все, все. Так, давай. Ой, щас. Ох, это полотенец, конечно. Так, что такое сбой? Я же сказал, что он не влазит. Разу садись, Костя. Ага, он не садит. Ничего, Костя. Вот такие будни. Вот так растут. Да. Так не проголодались. Страшно. Все хорошо. Никто бутылку у тебя не отбирает, это 100%. Мы бутылку не дадим. Да, блядь. Все. Ну что? О, спокойствие, тишина. Ну, младший, если Бладас пойдет по папиным стопам, будем его с детства к железу приучать. А вот батька вот такой поехал в семинарию, вот он. Ну, я тут тоже был не маленький. Вот это мы на дороге, на трассе, это в Керничках. Это мы тоже в Лебедевке в 2000 год. Это последний год работы в милиции. Это с Беркутом мы охраняли курортную зону. Ну, вот матушка. Выступали, да. Ну, это матушка, я не знаю, что я тогда уперся в такую. Вот, когда мы познакомились с батюшкой, вот я. Да, она матушка. Она молоденькая. Піп з одеського села їде представляти Україну на змаганнях в Неваді. І він не гратиме в покер або в рулетку. Каже, його місія – пробить християнських цінностей. Хай в незвичний, але дієвий спосіб. Який знає Дмитро Литвиненко. Біля церкви обговорюють головну подію тижня. Пан отець купив квитки. Він зібрався в Лас-Вегас. Говорять, що там розврат. Ми це знаємо. Невеличке село на кордоні з Молдовою. В Лас-Вегасі ніхто не був, але уявляють. Дружина священика вважає, чоловік розглядатиме там архітектуру. Предложили батьки екскурсії провести по Лас-Вегасу, показати йому достопримічательності, ну, там какие-то, що там є, не знаю. Бог дал достиг многого, и сколько раз я, 15 раз становился чемпионом Украины, 4 раза чемпионом Европы, один раз абсолютным чемпионом Евразии, на мир ездил 5 раз, 3 раза был серебряным призером, 2 раза я брал золото. Сложно было восстанавливаться, очень сложно, но я готов в Лас-Вегасе выложиться на все 100%. Ну и то, что говорят, что это город греха, и что как я священник, еду в этот город, ну, во-первых, я еду туда не развлекаться, я еду туда для того, чтобы бороться, и для того, чтобы с Божьей помощью победить. Thank you.
Ну все, приехали. Пора в дорогу. Дочек, выключил.